Южной Корее вертолет упал в море. На борту воздушного судна находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей. В Южной Корее, недалеко от спорных с Японией островов Токта, потерпел крушение вертолет со спасателями. На борту находились 7 человек, они пропали без вести, сообщает агентство Yonhap. По данным издания, вертолет вылетел из Токта 31 октября. Воздушное судно упало в воду. На момент крушения на борту вертолета находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей. Сейчас к поискам пропавших задействовали военные корабли, вертолеты, несколько рыбацких лодок. Также планируют привлечь дайверов. Кроме того, известно, что пропавший вертолет изготовлен французской компанией Airbus Helicopters. Он мог перевозить до 28 пассажиров и летать в течение 5 часов со скоростью 250 км в час. Ранее учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Тута потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США. Также в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке. Борт летел из Вашингтона в Сан-Франциско, когда женщина отправилась освежиться и не смогла выйти из кабинки. Экипажу пришлось посадить самолет. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.